Не следует паниковать и звонить в скорую помощь, обратилась сегодня казахстанцам и ведущий инфекционист страны. Динагуль Баешева рассказала, как следует вести себя при коронавирусе. При температуре 38 градусов и выше она рекомендует принять парацетамол и пить больше жидкости. Важно и высыпаться. По данным ученых, 30% излечения гарантирует хороший сон. 5%, 5 крайне тяжелых. Они из-за паники могут оказаться без помощи, потому что кто-то будет другой кричать там на конце трубки: немедленно придите ко мне, у меня температура 38. Поэтому нужна наша солидарная социальная активность. Уважаемые граждане, мы сейчас должны просто осознать эту ситуацию, принять, относиться к этому осознанно и урегулировать. Поэтому не чувство страха нас должно двигать впереди.